Тем временем ключевой темой Ярославского инвестиционного форума стало развитие моногородов и взгляд в будущее. Сессия посвящена вопросам формирования комфортной городской среды в малых городах, обсуждению результатов функционирования территории опережающего социально-экономического развития. Так, в Ярославской области территории ТОР-3 в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Там создан льготный режим налогообложения. В Тутаеве уже реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов. Уже за этот период заключили более 15 соглашений с потенциальными инвесторами. Два из них уже получили статус резидента территории опережающего развития. Три на подходе. Я думаю, что в течение ближайших 3-4 месяцев они также станут резидентами ТОРа. И еще около 3-4 высокой стадии готовности они либо прорабатывают бизнес-планы, либо уже подыскивают помещения, площадки для строительства. На сегодняшний день заключено соглашение порядка 3 миллиардов рублей по городу Тутаеву только. Это более 600 новых рабочих мест.